Друзья, всем привет, с вами Мельников Сергей, и сегодня мы поговорим о том, как создать качественный сайт или по-другому интернет-магазин для салона красоты. И для этого использовать мы будем систему yukit.com. Многие популярные владельцы салонов красоты, парикмахерских, барбершопов, маникюрных салонов не раз задумываются над заведением собственного сайта для рекламы и предоставления информации о своем заведении. Действительно, в наш век технологий игнорировать данный момент достаточно глупо. И большинство людей активно используют сети интернет и получают на его просторах большинство интересующей информации. Активно в последнее время стало получение информации через комментарии, оставляемые посетителями. На их основе также некоторые могут сделать свои выводы о том, стоит ли посещать заведение, либо не стоит. Конечно же, наличие собственного и информативного сайта у салона красоты придаст ему значимость. Наличие дополнительных функций, таких как онлайн-запись на посещение салона, позволит посетителям сэкономить время и получить дополнительное удобство в использовании ваших услуг. Это также позволит не перегружать ваших сотрудников и, может быть, сэкономить на одном из рабочих мест. Данный видеоурок направлен на то, чтобы объяснить, как сделать качественный сайт и избежать основных ошибок при его создании. Поэтому давайте перейдем к основным направлениям, на которые стоит обратить внимание при создании сайта. Итак, давайте рассмотрим плюсы и минусы создания интернет-магазина. Среди положительных сторон, которые дает вам свой сайт, можно отметить следующие факторы. Это, конечно же, источник получения дополнительного дохода, повышение доверия со стороны клиентов и привлечение целевой аудитории. Свой интернет-ресурс работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, предоставляя доступ ко всем услугам, которые предлагают ваши специалисты, работающие в вашем салоне или в вашей сфере. К минусам, конечно же, можно отнести то, что для этого требуется время на раскрутку и продвижение своего сайта. Возможно, что человек, который занимается этим делом, он не имеет каких-то глубоких знаний в сфере программирования, и, возможно, он может столкнуться с тем, что впоследствии изучения у него появятся какие-то технические сложности и технические вопросы, решить которые ему будет не под силу, без профессиональной помощи. И, конечно же, об этом мы поговорим в этом видеоуроке. В любом направлении имеются свои приятные моменты, а также существуют и недостатки. Для большего понимания и информирования предлагаем вашему вниманию несколько определений, раскрывающих ту или иную сторону. Плюсом открытия такого бизнеса стоит отнести первое – это стабильность в плане дохода. Уровень дохода, прежде всего, будет зависеть от ваших способностей, а также информативности сайта и максимальной заинтересованности ваших посетителей. Хорошему мастеру всегда выстраиваются огромные очереди, а запись ведется на ближайший месяц. Это же понятие подходит к самому салону красоты, то есть к сайту. Приятная обстановка и красивый дизайн сайта всегда будут притягивать множество посетителей. Второе. Востребованность на рынке. Соответственно, на этом поприще всегда будет работа, и она будет востребована. А создать конкурентоспособность на рынке вы можете при помощи создания своего собственного сайта и привлечения клиентов через него. И, конечно же, третье. Участие в конкурсах красоты. Как без этого? В случае участия вашего салона в различных конкурсах красоты, это позволит получить какой-то дополнительный приток клиентов. Это связано с тем, что людям будет известно, что у вас в салоне работают только высококвалифицированные мастера, и, соответственно, спрос на ваши услуги будет только расти. Это положительно скажется и на среднем чеке. Ну а донести информацию о ваших достижениях, конечно же, и наградах вы можете при помощи размещения соответствующей информации в специальном разделе или на странице вашего сайта. Итак, давайте рассмотрим ближе разработку сайта и познакомимся с самим конструктором системы YouKit. Для этого мы попробуем создать сам сайт салона красоты в визуальном конструкторе. С каждым днем конструктор YuKit завоевывает все большее количество поклонников этой платформы. Это обуславливается доступностью и актуальностью функционала будущего сайта в купе с простейшей для освоения панели управления. В ней вы можете найти и множество специальных виджетов, например, форма обратной связи, размещение телефонов, автоматическая адаптация под экран пользователя, что очень важно для мобильной версии вашего сайта. Весь набор инструментов, а это почти 90% случаев, полностью удовлетворяет потребностям малого и среднего бизнеса и подходит для старта вашего собственного дела и обозначения деятельности компании в сети.
В том числе конструктор Rekit идеально подходит для создания сайта-визитки салона красоты, парикмахерских, барбершопов, маникюрных салонов, ну и других учреждений бизнеса. Для начала создания собственного сайта нужно только зарегистрироваться в системе и следовать простейшим подсказкам и инструкциям по регистрации. Действительно, регистрация занимает у вас буквально пару кликов мышек и используется доступный наше время функционал социальной сети или какие-то учетные записи тех или иных сервисов. На первом этапе после регистрации вам будет предложено выбрать подходящие тематики вашего бизнеса шаблон. Итак, давайте рассмотрим, какие есть виды шаблонов в конструкторе Rekit. В конструкторе Rekit вам будет предложено достаточно большое количество стандартных шаблонов. И здесь вы можете выбрать наиболее понравившийся шаблон для вашего будущего сайта, выбрать его цветовую схему. Для салона красоты, визажистов, парикмахерских и прочих похожих услуг подойдут шаблоны следующих тематик. Это визажист, универсальные, nail master, свадьба, тату мастер. На основе таких стандартных шаблонов можно сделать ваш собственный. Но также есть и профессиональные шаблоны для вашего сайта, и их представляют разработчики сайта Rekit Top. Если вас не устраивает стандартный дизайн шаблонов, который предоставляет сервис Rekit, то и он вам кажется скучным, то вы можете воспользоваться услугами профессиональных разработчиков и купить какой-нибудь платный шаблон. В этих шаблонах предусмотрены уникальные дизайнерские решения и дополнительная анимация. Все это обычно очень хорошо привлекает внимание и удерживает ваших посетителей на ваших сайтах. Для создания сайтов салонов красоты, nail мастеров, барбершопов подойдут шаблоны следующих категорий: мода и стиль, красота и здоровье. После выбора шаблона необходимо придумать доменное имя для сайта. Здесь нужно обратить внимание, что это технический домен вашего сайта. То есть, когда вы его указываете, он будет иметь расширение основного конструктора сайта rekit.com, либо rekit.me, или еще некоторые зарезервированные адреса. И, соответственно, он всегда будет доступен в сети интернет. И если вам необходимо, вы можете купить нормальный доменный адрес и прикрепить его к вашему сайту. Об этом вы можете посмотреть в отдельном видеоуроке, это делается достаточно просто и легко. Итак, следующий шаг – это редактирование сайта. Система Rekit очень примечательна тем, что в ней есть очень замечательный конструктор сайта. И буквально, чтобы сделать те или иные изменения, вам достаточно всего лишь пару кликов мышки. То есть вы открываете ваш сайт, тот шаблон, который вы выбираете, и нажимая на тот или иной элемент, происходит его редактирование, заполнение и изменение. Теперь вам остается заменить как можно больше стандартного наполнения сайта, это изображение, текста, на свой личный контент. Настоятельно рекомендую использовать по возможности только уникальные текста, потому что поисковые системы давно знают, где, когда и у кого раньше всех в сети появился текст того или иного содержания, та или иная картинка. И если вы используете картинки, которые есть на других сайтах, это может негативно сказаться на выдаче сайта поисковиками. Поэтому всегда старайтесь использовать ваши персональные, уникальные текста, либо заказывайте их у профессионалов, либо делайте их сами. Редактирование сайта осуществляется по принципу нажатия на то, что требуется редактировать или изменить. Будь то это текст или изображение или иной другой блок сайта. Также вы всегда можете добавить какой-либо элемент на сайт. Допустим, карту с меткой вашего салона. Для этого нужно сместить элемент карты из боковой левой панели в требуемую область сайта. Аналогичным образом можно поступить со всеми остальными элементами из боковой панели. Что можно сказать о внешнем виде сайта?
В основном люди приходят в салон красоты для того, чтобы улучшить свой внешний вид. Поэтому зачастую при выборе салона красоты они основываются на внешней привлекательности и дизайне помещения. Соответственно, при оформлении и создании вашего сайта необходимо учитывать эту важную особенность. Качественное исполнение и наполнение интересной информации позволит привлечь новый поток клиентов. Чем красивее ваш сайт, тем больше клиентов вы задержите у себя. Новости и проводимые акции. Большинству клиентов очень нравятся персональные подарки и получение дополнительной скидки на какой-либо спектр услуг, согласитесь. Для некоторых это становится основным критерием в выборе того или иного заведения. Чтобы эти моменты работали на вас, их необходимо регулярно обновлять. Для придания большей огласки проводимым акциям и специальным предложениям лучше всего подойдет отведенный раздел на вашем сайте. Не нужно его кидать прямо в одной куче. Для этого вы можете сделать какой-нибудь красивый блок, назвав его акции, где разместив кнопочку красивенькую на сайте, и она всегда будет у вас на виду. Люди, посещая ваш ресурс, будут оперативно осведомлены обо всех возможностях, которые вы предоставляете на данный момент. Это один из факторов, который позволит придать новый виток заинтересованности со стороны потенциальных клиентов. Следующее. Написание собственного контента. Это достаточно важная часть, которой многие пренебрегают. Написание собственных уникальных статей поднимает ваш сайт в рейтинге интернет-поисковиков, и, соответственно, большее количество людей его увидят. Также данные статьи, возможно, помогут решить какие-либо вопросы и интересующие моменты для клиентов. Например, вы можете попросить вашего специалиста, чтобы тот опубликовал пару статей о вопросе ухода за ломкими волосами, к примеру. А в ходе указать информацию, что вы проводите более подробные консультации по данному вопросу прямо у вас в вашем заведении. И клиент прочитает статью, он убедится, что да, это действительно профессионал, он знает, о чем говорит, и этим словам можно доверять. И этот человек, он действительно пойдет к вам, чтобы познакомиться, во-первых, с этим специалистом, узнать его совет, ну и, скорее всего, воспользоваться его профессиональными услугами. Итак, следующее. Подарочные сертификаты. Это уже давно устоявшийся момент, который используют многие заведения по довольно разнообразным направлениям. Сертификаты могут быть направлены на конкретную услугу, которую оказывает ваш салон красоты. Либо они могут быть направлены на конкретную денежную сумму, в обмен на которую клиент может подобрать себе подходящие услуги. К оформлению сертификатов также нужно подходить с особым вкусом, так как следует понимать, что это в основном будет подарок. А подарок хочется преподнести очень красиво. Информацию о наличии сертификатов и их специфике следует опубликовать на вашем интернет-ресурсе. Очень важный момент – это отзывы. Не стоит бояться данного раздела, так как, позволяя людям высказываться в вашем салоне, вы сами поймете, какие у вас есть слабые стороны, какие есть слабые стороны у вашего заведения. Это позволит вам их, во-первых, устранить, и, во-вторых, стать более перспективным и конкурентоспособным заведением. Также можно будет понять, какой из работающих у вас специалистов не дотягивает до должного уровня, а какой специалист выполняет свою работу качественно и собирает положительные отзывы от клиентов. Как можно упомянуть выше, многие люди в основном ориентируются на мнение других людей и выбирают заведение по этому принципу. Поэтому очень важно уделять внимание комментариям и обратной связи от ваших клиентов. В информации вашего сайта можно указать полный список указываемых услуг с прейскурантом цен. В случае, если в салоне оказываются услуги по уходу за ногтями или оригинальное оформление в стиле nail design, то следует разместить подробную информацию в данном направлении. Очень хорошим подспорьем станет размещение примеров работ, производимых вашими мастерами, потому что люди любят глазами, и лучше увидеть, как это будет выглядеть, и лучше, чтобы это выглядело очень хорошо. В данном случае клиенты будут понимать, какое количество работы вы оказываете, ну и, возможно, эта информация, конечно же, привлечет их внимание. Конечно же, нужно понимать, что для развития хорошего интернет-магазина, сайта для салона красоты, нужно понимать и знать, какие затраты вас будут ожидать. Затраты на создание собственного сайта. Ну, самые первые затраты – это будет доменное имя для сайта.
При покупке домена вы оплачиваете имя сайта, при создании сайта вам предоставляется технический домен, как я и говорил раньше. Но вы можете его сменить на домен вида site.ru, то есть купить его и прикрепить к сайту. Стоит такой домен порядка $11, в зависимости от выбранной зоны. Зона ru.com и так далее. Зон очень большое множество, и у всех разные ценники. Отметим, что домен оплачивать не обязательно, и вы можете пользоваться техническим адресом, и это будет полностью бесплатно. Но для хорошего вида и оформления, качественного оформления, всегда используется персональный, специально подобранный домен. Тариф за конструктор и хостинг. Конечно же, любой сайт, который создается в сети интернет, должен как-то обеспечивать свое функционирование, и он должен как-то работать и приносить пользу. Стоимость услуг за конструктор Wikit составляет от $3.5 в месяц, в зависимости от периода и срока оплаты. При оплате за тариф вы оплачиваете использование конструктора, в котором есть большой выбор тематических шаблонов, о которых я говорил ранее, надежный хостинг, который не будет сбоить и не будет падать, как некоторые хостинги, от того, что у них очень много и происходит очень большой наплыв пользователей в тот или иной момент, и иногда бывает, что сайт просто не работает. С Wikit такого не будет. И это же, конечно же, надежный хостинг для вашего сайта без присутствия какой-либо рекламы. Стоит отметить также шаблоны для сайта. При создании сайта доступен набор бесплатных тематических шаблонов. Также вы можете воспользоваться профессиональными шаблонами и использовать его из каталога ребят с сайта wikit.top. Средняя ценовая стоимость таких шаблонов держится в порядке $14. Это достаточно дешево и очень неплохие шаблоны.